Всем большой привет! Получили мы свой очередной заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». Видите, какой огромный был мешок. Не просто так он был таким большим. Там были коробки. Как прямо в сказке, в мешке коробка, в коробке коробка, а еще в коробке яйцо, да, яйцо и иголка. Но нет, у нас в коробочках были басики. Басиков обязательно покажем. Сейчас на сайте обновление игрушек. И помимо 19-сантиметровых появились 22 сантиметра. Обязательно откроем, посмотрим. Пока подразню вас коробочками. И были также две вещи. Это спортивный костюм и куртки. Снова появились куртки осенью. Как раз самое время сейчас, пока вот еще теплая осень носить. Весной я что-то такую куртку упустила, не взяла. В конце весны были они. И вот сейчас появились снова, и решила я взять. Как-то они меня очень интересовали. Хочу начать свой обзор с пляжных полотенцев, которые я использую как скатерть на кухонный стол. Мне так нравится и для кухни, когда мы накрываем на стол очень красиво, тогда вот использую вот подобные расцветки. Но когда я снимаю обзоры, какие-то заказы, что-то вам показывают, то часто использую, вы видите, вот эти ромашки. Именно для YouTube канала я их брала. И также часто показываю что-то, сейчас покажу, вот на этом. Мне кажется, и как пляжные полотенца они хороши, но и посмотрите, какая красота, если использовать как скатерть. Сегодня тоже будет у меня новиночка. Размеры этих полотенцев 150 на 80. Оно вафельное. И сегодня, которое я вам покажу, называется серо-голубой кокос. Вот так выглядит. Я именно это брала уже для кухни. Может быть, и обзоры буду на нем снимать, но мне хотелось именно под плиточку, под стальные наши стены. Именно такое. Посмотрите. Вы знаете, что мы брали краску для того, чтобы стену вокруг колонки красить. Белое золото, но она такая стальная получается. Вот очень похож цвет, как голубой, такой серо-голубой. И мне кажется, будет хорошо смотреться. Цена такого полотенца 144 рубля. Это очень даже недорого. Мне кажется, и принт симпатичный. Да, это вафельное полотенце. Оно и на пляж хорошо, и можно использовать как полотенце действительно. Но мне вот именно как покрывало на стол, как скатерть, очень хотелось. И второе, что я взяла в этом же цвете, это дорожка. Дорожка из рогожки, также кокос и голубой, 154 рубля. Тут уже бязь, цвет такой же, но ткань другая, если там, ну вот как бы вафельная в клетку, то здесь бязевая расцветка. И эту дорожку я взяла не на стол, а мне нужна такая дорожка на гардины, именно верхнюю часть над тюлью прикрыть. Вот, поэтому у меня будет как бы такая коротенькая штора на окне, и получается скатерть будет в таком же цвете. Я надеюсь, что будет симпатично. Если не понравится, как маленькая шторка. У нас была желтая раньше. Ну, так как мы поменяли все, стены поменяли, ремонтик сделали. Поэтому хотелось что-то такое серо-голубое, что-то вот со сталью, чтобы в сталь отдавало. Вот так выглядят они в сложенном виде. Мне кажется, не видно, что ткани разные. Очень даже вместе смотрится хорошо. Многие берут скатерти на столы цветные, а дорожки однотонные. Есть дорожки однотонные, есть с небольшим кружевом по краю, как бы окантовка. А кто-то берет наоборот, например, если цветная скатерть, однотонная дорожка, либо наоборот, цветная дорожка и однотонная скатерть. 144, 154. Точно не помню размер дорожки. Примерно 145
на 50. Могу плюс-минус там несколько сантиметров ошибаться. Появились занавески и на кухню, и в комнату. Можно обратить внимание. Занавески на сайте – это новиночка. Ну, с этим мы закончили. Давайте посмотрим басиков, а потом перейдем к одежде. Ну что ж, переходим к басикам. Басики приходят в коробках. У них есть свой лейбл. У них есть паспорт. Дышащие коробочки. Так, где наш паспорт? Выглядит вот так. Все характеристики по басику. Вот. Также можно заполнить владельца, кому принадлежит, если вы в подарок басика дарите. И вот так вот очень симпатично он оформлен. Мне кажется, ну просто как подарок восхитительный. Не только детям. Взрослые больше радуются этим басиком, чем дети. На рождение ребенка этот басик как бы игрушка, которая через годы может пройти. И там потом 20-летний взрослый ребенок будет вспоминать именно эту игрушку из детства, которая вот с ним выросла. Я взяла 22 сантиметра. Для сравнения посадила басика, которого мы заказывали в прошлые разы. Этот 19 сантиметров. И сантиметры девочки спрашивали в сидячем виде. Ну что ж, давайте первого смотреть, что же к нам приехало. Цены буду озвучивать. Ну и открывайся. Стесняется. Та-дам! Вот такой красавчик. Я когда увидела курточку розовую, зеленые штанишки, я в него влюбилась сразу. Этот такой малыш симпатичный, у него капюшон, естественно, хвостик. Они все идут, вот видите, за ножки прикреплены к коробочке, поэтому его нужно тут отстригать, чтобы вынуть. Мы сейчас этим займемся. Басика вынем. Сейчас я озвучу цену. Называется эта игрушка Басик в теплом жилете 22 сантиметра 1536 рублей. 1500 для такой игрушки. Это очень даже хорошая цена. Сейчас я его выну. Вот такой красавчик. В штанишках. Штанишки на резиночке. Должно на пузике быть знак его, лейбл, да. У них наполнитель в попке. Там шарики катаются. В лапках тоже есть, но мало. И курточка, которая снимается. То есть молнии рабочие. Пожалуйста. Капюшон можно натянуть, если станет холодно малышу вашему. И мне кажется, такая игрушка, она просто восхитительная. Вот так она выглядит. Хвостик, естественно, есть, присутствует. И вот такой вот красавчик. Если сравнить 19 сантиметров и 22, то вот можно обратить на них внимание. Вот так они выглядят. 1536 рублей именно вот этот вот паренек. В стоячем-то виде он, конечно, такой крупненький уже, если этот... Вот так они выглядят вместе. Этот поменьше, тот побольше. Так, этих двоих мы сажаем. Не садись, а вот, чтобы мы тебя видели. Давай друга с собой рядышком сажай. И будем смотреть еще одного. Кто же спрятался в этой коробочке? Открываем. И... Та-дам! Вот такой здесь красавчик. И он идет в двубортном плаще 22 сантиметра 1597. Оба 1500, только 1536-1597. Поближе тоже вот так вот покручу его. Также он за лапки тут пришит. Вижу, что этот без штанишек. Но зато у него такой крутой плащ. И есть вот такая пуговица. Я сначала думала, что это значок. Но нет, это такая прямо пуговица с басиком. Можно, конечно, если у вас вы дарите ребенку эту пуговицу, можно, конечно, у него взять и ребенку куда-нибудь на шапочку.
Ну, а можно оставить у Басика. Сейчас мы его тоже вынем и рассмотрим. Давайте рассматривать этого красавчика. Кармашки обманка. Обычно у Басиков, если есть карманы, то они рабочие. Также везде у него есть лейблы. Так, здесь есть. Естественно, в попе есть шарики. И в отношении пуговицы быть съемными. Мы сейчас проверим. Кто любит играть в игрушки? Вот. Посмотрите, как красивый и аккуратно пошит пиджак. Это прям плащ такой симпатичный, действительно. У него вот такая лента в виде галстучка, который тоже, посмотрите, пошит не кабы как, а аккуратно. Никаких ниток не торчит. Все аккуратненько, симпатичненько. Может быть, не хватает штанишек, но для нас это не проблема, потому что мы когда-то Басиком брали дополнительную, покупали одежду, правда, на другом сайте, на оригинальном их сайте. И у нас одежда-то есть дополнительная. Мы брали тогда на 25 сантиметров, и 19-сантиметровым была одежда великовата. Поэтому, в принципе, можно этих рядить. Вот. Пуговицы золотые кругом. Давайте поближе покажу вот этот значок. И вот так выглядит в плаще Бася. Ничего страшного, что я их открепила. В принципе, посадить обратно можно. Ничего не произойдет, если он будет не прикреплен. Даже если в подарок подарить. В общем, вот такие вот басики. Давай садись вместе с остальными. И можно сравнивать 22 сантиметра и 19. Сейчас выбор еще есть, поэтому обращайте внимание. Можно как в штанишках, так и в пальто просто. Есть без штанишек, есть с беретками разными. Поэтому можно обращать внимание. Это подарок и просто так ребенку подарить. И если вы хотите к событию какому-то, ну это... Было бы желание. Ну, мне кажется, неожиданный подарок это просто вызовет огромный восторг и ликование в глазах ребенка. Ну что ж, а мы с вами переходим к вещам. Посмотрим, что же было в заказе еще. Давайте с вами посмотрим на женский костюм с капюшоном. 52 размер, 1383 рубля. В прошлый раз мы брали черный костюм, правда другую совсем модель, 50 размер, и он был маловат немножко в свете. В этот раз решили не рисковать, взяли 52. Мне кажется, что размер будет этот уже очень хорошо сидеть, вы фотографию посмотрите. Костюм, посмотрите, какой симпатичный. Я брала себе подобный, только с желтой вставкой сверху. Вот он такой. Три цвета имеет, белый цвет очень освежает. Манжеты есть по рукавам, внизу идет на резинке, и манжеты есть у брючек внизу. Капюшон со шнуровкой, она затягивается, здесь тоже 52, и капюшон очень даже неплохой здесь. Костюм симпатичный, в меру широкий, свободный, карманы на брюках, на олимпийке, на вот джемпере, да, получается, карман нет. И давайте по брючкам. Поближе мы их тоже рассмотрим. Вот так. У них резинка прострочена. Есть вот они, карманы. И манжеты. Рост светы 165 сантиметров. И вы можете посмотреть по длине, как на ней смотрится этот костюм. Ну, я думаю, для 52 будет как раз свободненько, хорошо. Вообще у нее свой размер 50. Очень симпатичный. Мне нравится. Ну и цена 1383 рубля. Фотографии обязательно вставлю. Хлопок 100% написано. Ну и давайте перейдем к последней вещи в заказе. Это куртка. Куртку я взяла себе. Мне было интересно, какой размер подойдет больше. Брала на свой страх и риск. Почему, сейчас расскажу и объясню.
Мы с вами смотрим сейчас куртку женскую, называется «Техас красная клетка». Я взяла самый маленький размер 42-52, 1396. Ну, если округлить на эти 4 рубля, 1400. Куртки шли в трех размерах: 42-52, 46-56, 50-60. Куртки идут как будто бы вот оверсайз. Вы видите, тут летучая мышь рукав. Спереди идет прямая. Сзади вот такой манжет резинка. Я разверну, покажу. И если брать рукав, пошив рукава, то вы видите... Так, сейчас я для себя камеру разверну. Вот здесь идет строчка. Вот так выглядит. Поближе, если покрутить. Простой начесик. Небольшой, такой синтетический начес. И сзади куртка выглядит вот так. Капюшон, резинка идет внизу, стянута немножко. И вот она тоже летучая мышь. Что в отношении размеров 42-52, он был заявлен и рекомендации были на сайте. Если у вас 44-46 размер, то лучше брать его. Если у вас, например, уже 48 размер и больше, то лучше брать 46-56. Девочки, у меня 48 размер. Вот сейчас на данный момент четкий 48 размер. Вы посмотрите на фотографии, как он на мне смотрится. Я считаю, что 42-52 для 48 размера очень даже неплохо. Вот 42 в нем, конечно, потеряется и будет болтаться. Во-вторых, хочу отметить, мой рост 161 сантиметр. Рост модели на сайте 170 сантиметров. На ней куртка сидит красивей. Рукава у нее сидят уже больше на месте, у меня великоваты, как будто длина у нее более красиво как-то вот сидит, опять же, на теле на росте 170. А если вы ниже меня, ниже 160 будет еще это все длиннее смотреться, может быть, не совсем там уместно. Единственный минус, который я заметила в этой куртке, это вот этот вот лейбл. Я вообще не поняла, что это такое вот в таком месте непонятном. Под грудью уже прилеплено вот это вот, ну, значок, да. Я понимаю бы на груди повыше, вот где. Я сначала даже подумала, что что-то просто прилипло к куртке, а потом обратила внимание, что здесь вот все-таки что-то такое декоративное. Вот он, видите. Его не очень видно тут на красном цвете. Ну, в общем, как-то вообще непонятно, что это и почему оно так низко. Может быть, случайно здесь прилепили не туда, слишком низко. Даже интересно, надо будет на модели посмотреть, где у нее этот значок висит. Но это не значок, это вот прорезиненная такая вот простроченная, пристроченная к куртке вещь. Вот так она внутри. Вот он размер 42-52. Ну вот смотрите. Вот так она выглядит. Для 1400 рублей куртки интересные. Я спрашивала у менеджера, сказали, что будут еще другие варианты позднее. Ну, как бы должны в проекте у них как бы быть другие еще куртки. Но мне хотелось эту посмотреть, поносить и вам показать. Мне нравится носить черные брюки, и под черные брюки такая куртка будет, конечно, под черный рюкзак очень даже симпатичный. Ну, он такой спортивный. Стиль. Мне очень комфортно в таком вот стиле. Особенно вот в поездку я сейчас поеду. На веранде сидеть, накинув такую вот уютненькую в клетку куртку, мне кажется, очень красиво. Я люблю вообще клетку. Вы уже, наверное, заметили это. Я часто и рубашки беру в клетку. У меня у самой в гардеробе много всего. То, что идет в клеточку. Фотографию я вам тоже наверняка уже показала, это я сейчас еще не мерила, буду все мерить. Давайте выстроим, что сегодня было в заказе. Из одежды всего получается две позиции, это куртка и костюм, но мне кажется, они достойные внимания. Костюмы в разных цветах, я вам показала фиолетовый, сама я себе заказывала желтый, вы его не раз нам не видели. Найду фотографию, вставлю, если не найду, то ничего страшного, посмотрим на фиолетовый.
Ну и вот хочется обратить очередной раз уже на пляжные эти полотенца, которые действительно украшают любую кухню. Если у вас пришли гости и хочется как-то симпатично покрыть стол скатертью. И это вот как скатерть, настолько выгодный вариант. Там есть скатерти и за 500 рублей, и дороже. Но именно вот эти пляжные полотенца на стандартный кухонный стол мне нравятся очень. Вот они прямо самые кухонные. Скорее на пляже некоторые расцветки будут смотреться нелепо. А вот на кухонном столе очень даже симпатично и уместно. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек» оставлю. Обязательно на их соцсети оставлю ссылочки. Проходите, знакомьтесь. Выгодно, быстро, обслуживание очень быстрое, работают они сейчас слаженно, за 3 года они настолько отточили свою работу с клиентами, что сейчас нет ни жалоб, в принципе, ни недопонимания какого-то, всегда есть обратная связь, особенно в соцсетях, в том же Инстаграм, сразу вам отвечают на комментарии. Пишите в директ, хотите под, в комментариях пишите, но ответ и обратная связь есть. Независимо от того, что вот я вам сейчас покажу, свой адрес закрою, какой у меня уже заказ. То есть номер 9 миллионов. Это реальный заказ Василька. У них уже столько было заказов за 3 года. То есть представляете, да? И говорит, что там что-то не так в Васильке. 9 миллионов уже заказов. Многие не по одному разу заказывали. И, в принципе, достаточно доступная у них продукция. Что-то иногда дорожает, да, но не намного и не критично. То есть, в целом, очень доступная цена, качественные вещи. Буду с вами прощаться. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Спасибо за внимание. Напишите, понравились ли вам сегодняшние наши заказы. Будем обязательно смотреть, что там еще новенького, и делать новые заказы, чтобы и себя радовать, ну и вам, конечно же, показать новиночки. Всем пока-пока!